Мне вопрос задать? Сейчас тренер будет тебе вопрос задавать, по-моему. Вот сейчас говори этот речь, мотивацию полностью. Мотивация. Цель до 40 лет тренироваться здесь. Потолок. Сколько цель. Лет, хоть мне кто бы что бы не говорил, до 40 лет цель поставил тренироваться. 12 умножить на 4 сколько будет? Потому что честно говоря. А ну два сразу стакана марш сразу. Так не получится будет. Почему? Вылиться надо. Вылиться? Все, вторую давай, давай. Не смог, что ли? Лучше столовую. Наверное, везде так говоришь. Не, что компот, что караку, пироговая каша сама дома. Я, как здесь-то, пироговую кашу даже дома не вкусно не готовлю. День спали, не дал чанко сегодня конкретно, заряжает свои руки. Как это называется, чанко? Так, кисти. Тайпируем, чтобы держались. Ты же дюза. С Америки дали. Усман, Усмана с тобой сами. Хорошая вещь. Покинул сумочку. Закрыл, надел перчатки. И все. В принципе, мы готовы. Сейчас отработать часы. Сколько сегодня рано готовы? Три. Клетки? Много нельзя. Клетки или это время? Может, клетки будем делать даже? Мы все цели. Да, мы клетки делаем. Клетки? Клетки работать будем, да? Нет? Вот так вот. Спарик партнер Ислам Махач. Достижение. Чемпион будешь, можно сказать, почти чемпион если. Он его тренировал, да? Парик-партнер Хазбулай Магомед Расулов. Бывший. Он остался. Отразилось вот это все удары, все. В лучшую сторону. Бои даже снимаются, да? Соперники отказываются. Соперник. Я не шаблю. Он что хотел сделать и что получилось? Скажи красиво. Я думал, ты его бросишь, брат. Получилось здесь наоборот. Анна.
Цель до 40 лет тренироваться здесь. Потолок. Вот мне кто бы что бы не говорил, до 40 лет цель поставил тренироваться. 12 умножить на 4 сколько будет? Потому что да, сбой системы сейчас произойдет. Значит, умножить на 4. Сейчас, не задавайте мне вопросы лишние. Но Дагестану нужен срочно новый мотиватор. Отлично. Ты знаешь, да, тебя, брат? Вот этот угол всегда мокрый бывает. Да воду наливай. Ты сюда воду налил? Хорошая тренировочка.